Добрый день. Сегодня у нас вторник, я открыл балкон и не пойму. У нас звуки музыки. Да какие сильные. Кто играет? Кто играет и на чем? Сейчас я послушаю. Откуда звуки? Балалайки. Непонятно. Я сижу дома, работаю, мне весело. Под звуки балалайки. Удивительно. Вот кто играет. Мне дали приглашение. Приглашаю вас на встречу депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова. И вот он нас развлекает, зазывает. Причем играет неплохо. Вот так вот. Встреча у нас тут будет. Подождать, послушать, что он говорит. Откуда же звуки? Ой, малышу. Музыка неплохая. С настроением играет. Задорная. Поближе подойду, послушаю. Народа еще пока нет. Но все слышат, все и выходят. Думают, что это за музыка у нас тут во дворе. Еще какую-то сейчас будет исполнять. Народа-то мало собралось. Играет. Народу-то нет, я считаю, одна сижу. Да вот тут с ребенком ходят. Неплохо играет, зазывает послушать.
Теперь что-то современное в работе. Второе образование у меня экономическое, я выпускник факультета мировой экономики, дипломатической академии нашего Министерства иностранных дел. Женат, трое детей, старшей дочери 16 уже лет, два сына, 10, и младшему мне вот позавчера было 3 года, у меня был первый выходной, мы отмечали. В детстве профессионально занимался баскетболом, вот у меня рост 1,96 м, я недавно выяснил, что я высокого роста, был самый маленький в баскетбольной команде. Играл за молодежную сборную Москвы, потом России, играл с Андреем Кириленко. Может быть, слышали, это звезда нашего российского баскетбола. Он пошел дальше, я получил травму, к сожалению. Со спортом она была уже несовместима. Когда учился на журфаке, мне было 19 лет, я подрабатывал тогда в газете «Сегодня». Может быть, помните такую газету, в Москве она выходила. По-моему, в нулевых ее вначале прикрыли.
Вот, и тогда вместе с Геннадием Гудковым вместе мы пришли в политику. Я начинал с агитатора, наблюдателя, писал разные статьи. Здравствуйте. Разные статьи, издавал газеты, возглавлял даже пресс-службу партии крупной. Народ появился. Изучал законодательство в нашей стране, в других странах, зарубежный опыт. Вот, и в 2011 году вместе с одной из партий пошел в Думу. Тогда партия шла с обещаниями яблоко. Изменить много чего. Партия яблоко. Обещала бороться с коррупцией. Ну, к сожалению, когда оказалась в Думе, она стала голосовать по ключевым законам вместе с «Единой Россией» одинаково. Я тогда отказался подчиняться фракционной дисциплине, я продолжал голосовать, как я считал правильным, говорить то, что я думал, меня из этой партии быстро исключили. Вот так я стал беспартийным и независимым депутатом. Нас было в Думе на самом деле не так много, было человек 5, даже меньше потом. Профессор экономики из Красноярска Валерий Зубов был, он, к сожалению, недавно скончался. Было еще несколько депутатов, которых просто выгнали из парламента, незаконно совершенно. И последний год были ситуации, может быть, слышали, 440 с лишним голосов за, один голос против, или один голос против, а 440 голосов за. Ну, это был мой голос, к сожалению, только один. И, вы знаете, сначала как-то все начиналось даже смешно и забавно, предлагались бредовые всякие инициативы депутатами, уже не помню кто. Предлагал Кремль в белый цвет перекрасить, женщинам запретить носить обувь на каблуках или запретить носить кружевное белье. Но это вот такие громкие случаи. А потом все стало совсем не смешно, потому что Дума начала голосовать за людоедские совершенно законы. Первый был это закон Димы Яковлева против детей-сирот, может быть, слышали. Некоторые дети, кстати, погибли. Потом они голосовали за закон о Нацгвардии. Закон о Нацгвардии позволяет теперь этой Нацгвардии стрелять по нам, из квартир выселять, там много полномочий, теперь эта армия еще 380 тысяч человек по стране. И в последний день уже Дума вообще голосует за совершенно такой людоедский закон, называется он пакет Яровой. Может быть, слышали про закон Яровой? Не слышали? Слышали. Ну вот нам по телевизору что говорят, что это для борьбы с терроризмом, а на самом деле это не так. Это закон Большого Брата, его назвали закон о тотальной слежке за каждым из нас. Все наши телефонные разговоры за полгода, наша смс-переписка, интернет-переписка, вот то, что мы картинками обмениваемся в социальных сетях, в Одноклассниках или там других. Все это теперь будет храниться где надо, у кого надо, за полгода. Огромное хранилище строят за наш счет, потому что у бизнеса деньги нет, они будут повышать сейчас тарифы на связь. Тарифы на интернет, они уже об этом заявили. А людоедство там заключается в том, что они установили уголовную ответственность для детей в возрасте с 14 лет. Причем не за преступление, не за терроризм. А там появилась новая статья, просто вот, она называется так, не сообщение, а преступление. Ну то есть если мальчик, девочка 14 лет знали, по мнению следователя, знали о преступлении, и не сообщили, куда положено, то мальчик и девочка окажутся в тюрьме. Вот такой закон был принят, я был единственный, кто выступал и кричал в парламенте, выступал против. Ну, где я мог об этом говорить? На «Эхо Москвы», в своих блогах, в соцсетях. По телевидению нельзя мне об этом говорить. Мне вообще по телевидению нельзя выступать. Я запрещен там, в черных списках. И вот такая ситуация была. Ну, а на самом деле мы такие встречи проводим для чего? Для того, чтобы, во-первых, познакомиться, поговорить на разные политические темы, поспорить даже, у нас всегда бурно проходят такие встречи, очень часто. И вот мы подготовили такой аналитический, серьезный такой доклад, ну часть попала вот в эти буклеты, которые вам раздали. Я никогда не критикую оппонентов, вообще не обсуждаю на своих встречах. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, что в стране происходит, в цифрах, с аналитикой, причем все цифры выверены, они взяты из сайта правительства и многих официальных ведомств. Потому что если мы хотим говорить о том, как решать проблемы, мы должны понимать, в какой точке мы находимся.